Челябинскому тренеру по боксу отменили приговор по одному эпизоду по статье вымогательства. Остальные 7 оправдательных решений, по данным Челябинского областного суда, оставлены без изменения. По данным защиты, такое решение нетипичное для апелляционной инстанции. Сейчас он планирует и дальше отстаивать правоту и полную невиновность Фархутдинова. Также суд подтвердил, что никакой ОПГ в данном случае не существовало. Напомним, по версии следствия, Ленар Фархутдинов создал коллекторское агентство для выбивания долгов. Его группировка, как считают сыщики, работала с января по сентябрь 2016-го. Они звонили должникам и их близким родственникам, угрожали сжечь их дома и переломать кости. Вместе с боксером на скамье подсудимых оказались еще 4 жителя Челябинска. Трое его товарищей получили условные сроки, четвертого отправили за решетку на 5,5 лет. Но так как по 2 преступлениям, связанным с вымогательством, исключен квалифицирующий признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору, ему снизили наказание до 4 лет и 10 месяцев. В отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.